Они, он ее поднял. Давай попробуем. Нет, это не буду делать. Ксюша, лови меня. Нет, я такое точно не делал никогда. Да, так попробуй. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы на нашем канале. Да. И сегодня у нас будет видео-реакция на видео в Лайке. Сейчас в Лайке проходит конкурс по хэштегу «Шоу талантов». И сегодня мы будем смотреть самые топовые видео. А у вас есть какой-нибудь талант? Если да, вы можете показать его. Для этого просто нужно зарегистрироваться в Лайке и снять видео под хэштегом «Шоу талантов». И тогда тебе узнает весь мир. Ссылочку на Лайк мы оставим в описании. А здесь какие-то будут таланты. Мы умеем очень хорошо делать слаймы. Кто угадает, что я делаю? Длинный кусочек. Все на меня, дети! Так. Ладно, ребята, все, поехали. Кстати, если вы еще не подписаны на наш Лайк, то ссылка тоже в описании. И на мой тоже. Мы вас ждем. Заходим в хэштег «Шоу талантов». Заходим в популярные. И первое видео. Вау. Она рисует персонажей из мультика «Аладдин». Очень круто, я тоже хотела так рисовать. Мне очень нравится этот мультик. Мне тоже. Вот это точно талант. Следующее видео. Она поет. Вау. 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 Она поет песню Билли Айлиш «Lovely». Ксения, это твоя любимая певица, да? Да. Вот это да. Это очень красиво. У нее, кстати, похож голос. Очень. И она еще одновременно играет на пианино. Следующее видео. Круто. Круто, так руками вот так вот. Вау. Я так раньше тоже умела, но другие. Это как танец рук. Ксюша, а может быть мы тоже умеем? Наверное. Давай попробуем, может быть это тоже наш талант. Вот так вот. Так, мы будем смотреть на него и будем повторять. Что? Как он это так быстро делает? Нет, мы не можем. Так, следующее видео. Следующий талант. Вот это да. Это все она нарисовала? О май гад. Эти рисунки нарисованы карандашом. Вот это я называю талантом. Тоже так хочу. Я тоже. А то я только фигурками рисую. Что она тут рисует? Небо. Это, наверное, водяные какие-то фломастеры водяные. Но это как всегда, сначала ничего не понятно, а потом в конце очень красиво. Вот, уже понятно, это как лес. Вот смотри, лес, да. А вот тут вот галакси. Это небо, да, как будто галакси. Надо тоже так попробовать. Следующий талант. Что он тут делает с огнем? А если он себя сейчас поджарит? Это очень опасно. Я бы такое не стала бы делать. Как так? Но это талант. Это нужно не бояться огня. А я его очень боюсь. А каким там не горячо? Не так близко, особенно он так в рот себе взял и как дракон. Нет, я такое точно не делал никогда. Надо попробовать. И следующее видео. Что это? Фокус. Это фокус. Засовывает в кулак. Куда он делся? А, я знаю. Я ничего не поняла. Сейчас. А, да. Он какой-то там, у него какой-то колпачок. И вот да. Он вот так вот делает. Это ловкость рук. Незаметно. Но это нужно уметь делать так, чтобы мы бы
поверили. Так, следующий клип. Вот сколько выливать молоко. Это все в воронку и посмотреть, что будет. Знаете, вот эти все. Да он выливает. Там, наверное, спаренки. Там, наверное, что-то есть внутри. Он даже сначала. Мы решили провести свой собственный эксперимент. Теперь смотрите. Раз, два, три. Что убежало коровье? Куда он вылил? Я не поняла. Вот это крутой фокус. Следующий клип. Это клип со слаймом. Мы любим слайм. Кранчи слайм. Он очень красивый. 100% круто хрустит. Она делает платье для Барби. И два хвост. Хвост русалки? Я не знаю. Это крутая идея. Я еще такого не видела. Из слайма делать платье для Барби. Да, это что? Или это хвост русалки? Это прикольно, мне понравилось. Не знаю, есть ли это талант, но идея хорошая. Следующее видео. Следующее видео. Нет, только не. Я тоже хочу это делать. Это паркур называется. Мне уже смотрит. Ой, как уже голова загружена. Мамочки, как они там бегают. Как им не страшно, мне бы там, мое сердце там уже все. И они упадут из высоты, все это просто. Следующее видео. Вау, тут девочка занимается гимнастикой. Это талант. Гимнастика это круто. Я всегда хотела научиться стоять на голове. Ксения, ты умеешь? Нет, в школе учу. А может проверим наш талант? А я проверю. Ну что, ребят, проверим наш талант. Ксюша, лови мне. Нет, ребят, я не могу. Нет, ребят, это не наш талант. Ай-яй-яй. Он ее поднял. Это как? Как он это сделал? Давай попробуй. Нет, я это не буду делать. Я тебя подниму так. Я тебя не буду это делать. Я боюсь с тобой, ты вообще ничего не умеешь. А вдруг это мой талант? А вдруг не мой? Ты не хочешь его проверить. Смотри, я тебя вот так возьму. Так вот. А потом в мусор. Пой. Не нужно. Ладно, шучу. Следующее видео. Глаз. Она рисует глаз. Что это? Что это? Песок. Это песок. Она рисует на ткани. Только чем она рисует? Там что-то черное. Наверное, земля какая-то. Или... Круто, классная идея. Ого! Вау! Супер, это очень красиво. И так мало лайков. Да, жалко, что мало лайков. Следующее видео. Ну что, будет краситься? Да. Вау, это на Хэллоуин делает. Там макияжи такие страшные очень. Ой, что за... Ну, как раз для Хэллоуина. Я так не умею. Молодец, это талант. Немного. Итак, еще одно видео. Последнее. Так, смотрим. Кубик Рубик. Он сделал сердечко лайк. О, как это мило, круто. Как это сложно. Это же нужно знать, как собрать по цветам, чтобы было прям сердечко ровное. Ну что, ребятки, на сегодня это все видео. Мы пока еще не знаем, какие у нас есть таланты. Но мы думаем, они есть у каждого человека. Просто их нужно найти. И вы тоже ищите. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. И также не забывайте делать видео под хэштегом «Шоу талантов». Ссылка в описании. И не забудьте подписаться на наш лайк. И на сегодня все. Мы идем искать наши таланты. Все пока. Пока-пока.
Я фокусы хочу делать и прыгать, и там, это, мне нравится паркур, так, чтобы нам такое сделать. Фокусы, так, magic, magic. Смотрите, у меня есть баночка. Нет, вау!